Всем привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будоблог.ру, Макивара.ру, Корректура.ру, Докторшилов.ком. Заходите. Итак, начинаем нашу тему. Интересное заглавие, да? Самые страшные блоки в карате. Один блок и одна сломанная рука. Вот это трэш вообще, да? Но это же главная такая концепция — икинхисацу, одним ударом наповал. Но на самом деле хороший жесткий блок в карате — что не иное, как удар, травмирующий удар по ударной части противника. Противник бьет ногой — отрубаем ногу, бьет рукой — ломаем ему руку. Да, нехилый бред, да? Не, ну почему бред? На самом деле нет. Если такая есть доктрина и концепция, то может это все на самом деле так и есть? Давайте разберемся. Итак, я ведь не зря так заглавил, что один блок и одна сломанная рука сразу. Вопрос только вот в чем. Чья рука? Того, кому мы ее заблокировали, или у того, кто ставит блок? То есть у кого сломается рука? Об этом мы, кстати, тоже поговорим. Итак, первое. Возможно ли... А почему мы этого не видим? Когда заходит разговор о том, что вот вам, пожалуйста, квинтэссенция, где можно применять все, вот вам, пожалуйста, бои без правил. Выходите, деритесь и применяйте свою концепцию. Помните фильм «Кровавый спорт», да, когда выходили все, кто хотел? И давайте, пожалуйста, используйте то, что нравится. Ну вот. Так вот, значит, совсем недавно один человек написал мне в комментариях к одному моему посту или статье, или к видео, я уже не помню даже, что автор заблуждается в том, что он не предусматривает ту вещь, что карате было придумано как оружие убийства на самом деле. И поэтому там, ну, одним ударом это мы знаем, одним ударом наповал, все. А любой блок, он будет направлен в реальном поединке на то, чтобы травмировать руку противника и чтобы противник не мог дальше вести поединок. То есть каждый блок — это удар по конечности, и конечность сломана. То есть тот же самый икинхисацу. Ну так вот, я заблуждаюсь, да. Ну давайте подумаем, а в чем же я заблуждаюсь. Смотрите, есть такой вид спорта, давайте будем спорт, пускай даже спорт, да, кровавый спорт как раз, где разные виды соревнуются, да, как некоторые считают, что там из разных видов да бойцы. Ну пусть даже так, давайте и это допущение сделаем. Это ММА, Mixed Martial Arts, пожалуйста, боец карате выходит и что они говорят? Нам нельзя много чего делать, ну, поэтому мы проигрываем. Но вот если человек написал, что я забываю о том, что на самом деле в реальном бою один удар по руке, блок, это значит сломанная рука. А скажите мне, а в каких, собственно говоря, видах контактных в боевых искусствах запрещено наносить удары противнику по рукам? Я имею в виду такие виды, как это, карате, например, там кёкушин, тот же самый, да, контактный вид, или какой-то там еще, тайский бокс там, например, да, я уж не говорю про ММА. Пожалуйста, если в карате присутствует такая техника, особенно взять ММА, то, пожалуйста, кто вам не мешает наносить противнику во время блокировки удар по рукам, чтобы руку противнику перебить? В ММА разрешены болевые наруки, то есть разрешено руки ломать даже, понимаете? Ну, по логике. Если не успеет остановить судья, значит, рука будет сломана. Понимаете идею, да? И ничто совершенно не мешает ставить блок таким образом, чтобы руку противника поразить. Ради бога. И скажите, а почему никто не применяет? Вы хотите сказать, что они не умеют это делать? Ребят, если бы это реально работало, они бы очень быстро научились. Потому что ММА — это динамичная такая тема, которая постоянно развивается. Она берет то, что реально работает. И не запрещено. Так вот, в ММА не запрещено калечить руки противника. Поэтому, если бы возможно было научиться быстро и, значит, эффективно ставить блоки на руку противнику так, чтобы у него руки выходили из строя, то это бы непременно бы, очень быстро бы научились делать все. Но почему-то этого не произошло. Возьмите тот же самый кёкушин. Вот, кстати, показатель, где постоянно наносятся мощнейшие удары в грудь и по телу руками. Где вы видите там блокировки? Жесткие, чтобы отрубить противнику руки.
руки противнику травмируются, другого типа блокировками. И если делаются именно какие-то травмы на руки противнику, то с помощью локтевой защиты, когда ставится рука в подставку таким образом, чтобы голая противнику рука была разбита об локоть. Но блок как таковой, вот такой жесткий, не работает, ребят. Не надо иллюзий по поводу того, что можно прямо во время поединка там прямо принаблатыкаться так, ставить там блоки, что один блок, одна сломанная рука. Имеется в виду классические блоки по типу аги-уки, гидан-барай, учи-уки, сото-уки. Понимаете, возможно противнику руку испортить таким образом, если противник наносит, а я уже повторяюсь сотый раз, удар с длинной дистанции, удар читаемый, его видно. И опять же нужно нанести в определенное место, в локтевой сгиб, да, в мышцу, в плечелучевую, еще куда-то, по локтевому нерву и так далее. Тогда это сработает. Но когда удар идет не с длинной дистанции и не читаем, да хрена с два получится попасть-то точно в эту зону. И либо надо руку противника перехватить и нанести по ней удар. Но в этом случае это уже не классический блок, а это действительно удар рукой по руке. То есть сначала надо защититься против атаки противника любым другим способом. Уклоном, нырком, подставкой, мягким блоком. Поймать руку противника, зафиксировать ее, пусть на долю секунды, в нужном для себя положении, и нанести по ней сокрушительный удар, чтобы руку противника действительно поразить, и она не работала ни хрена потом. Ну, какое-то время, либо долгое время не работала. Вот. Это можно сделать. Но это уже говорю, это вообще с блоком не имеет ничего общего совершенно. Даже если наносится по траектории, по которой наносится обычно блоки. Вот таким вот образом. Да, вот такая вот интересная тема. Я очень буду рад, если вы по этой теме выскажетесь. Но я говорю, что вот очень часто у меня ощущение такое, что, понимаете, меня тоже часто называют диванным теоретиком. Я не знаю, по какой причине. Причина тут одна, наверное, по всей видимости. Люди читают что-то. Моя точка зрения не совпадает с их точкой зрения. Вот. И так как они не дают себе труда хотя бы дочитать до подписи, где написано, и мои сайты, и мои ресурсы, когда они могли бы посмотреть мои тренировки, да, мои спортивные какие-то достижения и так далее, и все остальное прочее. Вот они пишут там, вот я типа не понимаю. Ребят, как раз именно понимаю. Я занимаюсь и карате, и ММА, и карате занимаюсь гораздо дольше, чем ММА. И выступал в карате гораздо больше и дольше, потому что это пришлось на пару моей молодости, когда я в соревнованиях участвовал довольно много. Это сейчас у меня особо желания в соревнованиях участвовать нету. Почему? Потому что, извините, мне без малого 45, и травмы заживают намного дольше. У меня уж интереса травмироваться особо большого нет. Ради чего? А там особенно. Если бы это имело бы еще какую-то цель, там ради бабла, например, да, серьезного, тогда бы еще бы, ну, можно было подумать бы по этому поводу. А когда и этого нет, нахрена оно мне надо, собственно говоря. Вот. Так вот. Поэтому я прекрасно знаю, что такое блоки в карате. И в спортивном-то карате тоже блоков таких нет. Понимаете? Потому что огромная скорость спортивного карате, она к тому приводит, что не работают там классические блоки. То есть классические блоки не работают по той причине, что не хватает скорости для блокировки. Это раз. Второе. Травматические составляющие не работают потому, что не так просто, как кажется, перебить руку противника, если он работает быстро. Во-первых, от того, что очень сложно попасть в нужные точки, в нужное время, в нужное место. То есть идеально звезды совпасть должны. Знаете, это что напоминает? Это напоминает ситуацию, когда вот есть такой складной метр, не гибкий метр, типа сантиметра такого, который в рулончик скатывается, и не рулетка, а именно складной метр. То есть это такая штучка, когда, значит, отрезки линеечки по 10 сантиметров закреплены на шарнирах между собой. И этот метр можно раскладывать. Так вот это вот все равно, что подбросить вот так вот, как кнут такой, этот складной метр,
И в воздухе, пока все линеечки выстроились в одну линию, попытаться нанести нутукол противнику как со шпагой. В определенной ситуации звезды могут стать таким образом, что действительно все совпадет. И в миг удара, когда нажатие вот этой сильники произойдет, все эти шарниры и все эти линеечки выстроятся в идеально ровную линию, и противника можно проткнуть. Прям нанеся нутукол такой. Но это 1% из, не знаю, миллиона, может быть. Ну, может быть, не миллиона, может, меньше. Но вероятность крайне ничтожна. Она возможна, но ничтожна. Понимаете? Вот и здесь то же самое. Поставить во время поединка человеку, который прекрасно двигается, быстро бьет, хорошо перемещается, бьет сериями, поставить ему против первой же техники его жесткий, мощный блок, и перебив ему руку, так, чтобы он больше ей работать не мог. Да это я не знаю, как звезды встать вообще должны. Просто какая-то фантастика произойти должна. Вот. Хотя допускаю, что в каких-то случаях такое бывает. Больше того скажу, и у меня бывало подобное. Даже не жестким блоком, а совершенно мягким. Когда противник пробивает мне самкидзамицки, например, в голову, а я ставлю с нагаши, но ставлю его довольно жестко, подворачиваю руку кистью, и получается нагаши не с ладонью и даже не тейшо, а почти шуто или сируто, и попадает ему по плечо лучевой мышцы точно в место прикрепления и жестко. И противнику действительно больно. Не скажу, что ему руку перебиваю, что он бить не может, но шоковое какое-то такое кратковременное воздействие, оно происходит. И этого оказывается достаточно, чтобы он на доли секунды бдительность сам не потерял. И в этот момент можно нанести вторую технику, там, атакующую. И все получается. Да, такое подобное работает. Бывает иногда, бывало. У меня даже лично бывало и не раз. Да. Вот. Бывали случаи другого плана, когда противник бьет, предположим, удар в грудь. Опять же говорю, это все происходит издалека, и когда техника соревновательная. Когда, понимаете, вот если взять спортивное карате, то там удар рукой какой самый главный, который идет? Это гиакутски или кидзамицки. То есть это прямая техника, она самая быстрая, самая длинная, поэтому ее применяют. И вот здесь применить технику защиты, да, и причем уровня, скажем так, атаки два всего. То есть это чудан и джудан. Все. Причем чаще всего гиаку пробивают именно джудан, когда дистанция небольшая. Ой, чудан, когда дистанция небольшая. Потому что проще достать. Потому что проекция параллельно полу, рука параллельно полу, самый длинный вариант исполнения приема. Стоит руку чуть поднять выше или ниже, это получается уже с гипотенуза, которая всегда длиннее катета. Все. То есть если там от горизонтали рука выше или ниже, то, соответственно, удар короче получается, чем если бить, чтобы рука была параллельно полу вообще. И вот, соответственно, зная, что в основном атака идет в чудан, иногда получалось таким образом, что подворачиваешь этот корпус, вот, одна рука в защите стоит, вот, здесь, и корпус поворачиваешь, и рука противника попадает между корпусом и рукой. А другой рукой ставишь блок по типу сотоуки, без замаха вообще. И получалось так, что приходится на локтевой сгиб, а рука противника, она как бы попала в клешню в такую, значит, между корпусом и другой рукой. И получалось, что рука противника действительно испытывала травмирующий такой эффект на переразгиб локтя. Не сказать, что там рука ломалась, ни разу такого случая не было, но тоже некий болевой шок противник испытывал, вот. И тоже этого достаточно было, чтобы сразу перевести в контратаку, потому что время для этого уже какие-то доли секунды появлялись. Но, ребята, это тоже такая казуистическая ситуация. И опять же, она только потому получалась, что она в рамках спортивного состязания идет, где техники настолько унифицированы, что они вот, ну понятно, что вот их... Я даже спортивные карате иногда в шутку называю не карате, а спорт самчокуцки или спорт мавашигери. Ну, понимаете, вот все. Ну, сейчас, но в последнее время, даже скажу так, даже больше стал спорт тамура мавашигери. То есть, что бьют в основном в спортивном карате? Два приема. Ну, три. Ну, нет, давайте скажем два. Это чокуцки. Два варианта. Гиакуцки и кидзамицки. А что ногами бьют? В основном
Джудан, значит, это Мурмаваши-Гери, это Мушир Маваши-Гери. Это раз, и очень-очень редко бывает. Маваши, а в нижний уровень всякие там различные, там Тамаши-Куби, всякие, ну, подсечки подбивы. Но в основном, я говорю, Ур-Маваши-Гери-Джудан, вот, и Гиакуцки, вот такой вид спорта. Там в основном идет больше соревнований не на филигранной самгитехнике, а вот берется две таких техники, которые человек умеет делать из любого совершенно положения и из любого вообще, что называется. Вот. И уже идет в основном больше тактическая борьба. То есть это правильный тайминг, это умение с любой дистанции провести этот прием, хорошая техника перемещения, хорошие тай-собаки и так далее. Дриблинг прекрасный. Вот на этом. То есть это похоже на фехтование. Классно все это выглядит, отличная скорость, очень приятно посмотреть. И только некоторые бойцы по типу там Рафаэля, ну, значит, Агаева, там обладают гораздо более широким арсеналом техник, они еще очень много используют, ну, бросков. Ну, это уже бойцы топовые, вот они владеют такими вещами. И поэтому они и топовые. Ну, так вот. А по поводу того, что блоковая техника ставится жесткая, да понимаете, если бы ее возможно было сделать, это давало бы такие преимущества и в спортивном карате, даже бесконтактном. Потому что никто не мешает в бесконтактном карате, в ВКФе, ставить жесткий блок на руку. Да никто не запрещает, ради бога, размахивайтесь и ставьте блок такой, чтобы противнику хрустнула рука. Да никто вам это не мешает сделать. Сделайте. Вы тогда точно победите, потому что если вы противнику перерубите сначала одну руку, потом другую, то все, уже победа ваша, потому что он, во-первых, вообще бояться будет вас атаковать, а во-вторых, ему нечем будет атаковать вас. Но почему-то этого нет, опять же, ребят, нету. Понимаете, значит, это не работает. То, что работает, взяли бы и в спорте, и... В шоу, как вы это называете часто, в ММА, хотя его шоу трудно назвать. Понимаете, ММА — это шоу для зрителя. А для бойцов, которые выступают и дерутся, рискуя жизнью, в общем-то, это ни хрена себе не шоу. Это гладиаторский поединок, практически насмерть. Убрать оттуда рефери, и все, и он будет насмерть, в общем-то. Ну, по сути. То есть шансов того, что он закончится, ну, летально, возрастет просто весьма возрастет. Понимаете, да? Вот. Так что вот так вот, друзья. И это бы обязательно работало, эти все жесткие там блоки. Теперь второй момент. Ну, во-первых, да, мы разобрали, что очень это трудно все это сделать, поэтому мало реально, и поэтому, в принципе, не работает. Второй момент. Для того, чтобы поставить такой хороший жесткий блок, надо, во-первых, либо очень точно выполнить его, что я сказал, уже это маловероятно, тогда можно не особо подготовленной рукой в уязвимую часть под определенным углом руку привести, в локтевой сустав или куда-то, и будет больно противнику, там все. А чтобы перебить руку, предположим, человеку подготовленному, который предплечьем ломает бейсбольные биты, вы что, надеетесь, что вы ему руку перебьете? Тут еще большой вопрос, у кого рука перебьется. Это как с пасхальными яйцами. Когда берут с тарелки два яйца и бьют их друг об дружку. Если, вот они практически, скажем так, одинаковые. Так вот, если у людей руки подготовленные, и удар приходится практически над одинаковыми частями, то есть приходится, предположим, хайван на хайван. Да? Ну, в общем, короче, с самгипредплечьем одной и одной той же частью на другую такую же. У кого рука крепче окажется? Не факт, что у того, который ставит блок. Понимаете? А если блок идет навстречу приему, то там еще это суммирующиеся скорости. Еще и не факт, что вы не перебьете руку себе. Конечно, безусловно, преимуществом всегда, значит, обладает тот, кто блок ставит. Почему? Потому что он наносит удар, и он дозирует, да, нагрузку. Тот, кто бьет, он обычно же бьет не таким образом, чтобы прямо противодействовать самге на руку противнику. Но представляете, если вы будете ставить блок на такую технику, как, предположим, отвлечемся, скажем так, удар ногой. Когда говорят, что вот Гидан Барай, будем сейчас ставить блок против Майгери. Да, если вы сначала уйдете с линии и ударите по ноге, отбив ее в сторону, когда нога уже и так мимо прошла, тогда это сработает.
А если вы останетесь абсолютно на месте стоять, не разорвав ни дистанцию, ничего, и попытаетесь противодействовать, то огромная часть силы зайдет вам в руку по восходящей. Потому что если вы заблокируете руку четко под углом, под 90, то есть ударив сбоку по ноге, это говорит о том, что человек уже ногу разогнул практически. И она уже настолько близко, что он уже ее доведет. То есть она, безусловно, заденет вас обязательно. Вот. Значит, вам надо поймать ее намного раньше, пока она немножко согнута. И у вас немножко ваша согнутая рука придется на немножко согнутую руку противника. И в какой-то момент они противодействовать будут друг другу практически в контрфазах. Если у человека подготовленная нога, да и даже если она нифига не подготовленная, а бьет он со всей силы, такой пинок, такой кингери мощный, вверх, в обуви еще придачу ко всему, то хана в вашей руке, даже если ваша рука подготовленная, потому что большеберцовая кость намного прочнее, чем кости предплечья, даже охрененно подготовленные. Готов забиться с любым абсолютно там, с мастером там, окинавского какого-нибудь годжурю, который набивает предплечья и ломает бейсбольные биты, что вот давай, я буду кингери бить вверх, а он мне сверху поставит там Атоши Тецуй. Не локтем, конечно, вот этим местом, а поставит Атоши Тецуй сам предплечьем. То есть тем, чем ставится сотоуки, чем-то еще. То есть вот навстречу. Моя нога будет вверх бить со всей силы, а его рука будет опускаться вниз со всей силы. Я отвечаю, что сломается его рука, а моей ноге ничего не будет. В худшем случае для меня синяк будет на ноге моей. Потому что я точно так же ломаю бейсбольные биты голенью. Ну вот. И черенки там от лопат. Как он ломает предплечьем, так я ломаю эту голенью. Только кости голени намного прочнее. И кости предплечья, их там две. Они пружинят, амортизируют, они тоньше. Но там все намного сложнее. А здесь одна большеберцовая кость, которая трехгранная такая прямо. И сразу она под кожей тут же находится. То есть, понимаете, это дубинка прям такая конкретная, острая, которая руку сломает просто на раз. О чем речь идет, ребят? Прикиньте, идет такой же сильнейший Маваши Гери в голову. Никакой Учи-Уки, никакой Джодан Барай не сможет ногу парировать, если вы не свалите сначала с линии сами. То есть, понимаете, это уже совсем другая тема получается. То есть сначала вы защищаете, а если вы останетесь на месте, именно поставив блок, жесткое противодействие, ни черта не получится. Единственный момент, говорю, это выставить практически локоть в защиту, чтобы сила приема там удара ногой где пришлась вдоль длинника плечевой кости. То есть не поперек трубчатой кости, не поперек трубчатых костей предплечья, а по оси кости плеча. То есть практически под удар нужно подставить локоть, то есть аппроксимальную треть предплечья. Вот тогда эта тема может выстрелить. Вы понимаете, это я говорю, это надо, чтобы звезды совпали, определенным образом встали. И это, понимаете, надо момент. То есть этот человек должен работать там одиночной техникой с очень большой дистанцией, чтобы это выстрелило реально. Потому что, понимаете, если бы это работало, вот тайский бокс, они перенимают абсолютно все техники. Я скажу вам так, они мгновенно берут то, что работает. Особенно сейчас, когда, значит, интеграция боевых искусств достигла, можно сказать, как апофеоза своего. Когда люди ездят со всего мира заниматься в кемпы тайского бокса, причем ездят и там мастера карате, и бокс, и тэквондо, то те тренера, которые тренируют тайский бокс, там, они очень быстро у своих же там учеников перенимают то, что работает. Больше того, они приглашают экспертов тренировать. Сейчас в кемпах тайского бокса очень часто есть подразделения и по бразильскому джиу-джитсу, и по ММА, и по английскому боксу, и все такое прочее. И они этому всему, значит, обучаются сами, между собой. Так вот, я хочу сказать, что если бы техники карате жесткие, травмирующие, работали бы, то в тайском бы боксе бы их обязательно применяли. Понимаете, там даже многие техники муай-борана не работают.
Потому что мой Боран, он устарел. Он канул, как говорится, ну не канул в лету. Многие вещи на улице прекрасно работать будут. И они гораздо лучше работают, чем классические техники самодекарате, потому что они более, значит, адаптированы на противостояние с серийной работой. Но все равно все техники Муай Борана работали в основном хорошо только тогда, когда тоже били там одиночными техниками. Как стали работать сериями там ударов. Муай Борановские вещи перестали многие действовать, остались только подставки локтями. А вот такие вот самодетравмирующие, чтобы можно было на руку воздействовать прямо рукой непосредственно во время там удара, типа блоком, не работают тоже, понимаете? И не суют они свои руки под ноги противника. Там тоже ситуация выглядит так. Если ногу противника нужно поразить в стиле классического это Муай Боран, то делается как? Сначала ногу ловят, а потом по ней наносят удар локтем. Понимаете? Или уходят с линии, чтобы нога противника заведомо не попала по мишени. И потом, когда она уже прошла мимо цели, под нее подставляют или по ней наносят, значит, удар. Блоком назвать это уже нельзя, это не блок. Это целенаправленная травмирующая техника. Вот, понимаете, да? По качеству противника. И то делают это редко. Почему? Потому что еще по ноге нужно попасть в нужное место причем, а не в любое. Потому что нету смысла, как это показывается, ушел и ударил по голени противника предплечьем, сам, своим поставив блок. А предплечье противника вы сломаете себе руку, я вам еще раз говорю. Об голени сам, противника вы сломаете себе руку. Поэтому нужно нанести в какую-то уязвимую точку. Гораздо проще чуть тогда сам, терять, если вы и так ушли с линии там атаки, то проще нанести удар не по ноге, но если она только не у вас уже в руках находится, а по голове или в какую-нибудь более уязвимую часть тела противника, чтобы поединок закончить как можно быстрее. Вот так это все работает, друзья мои. Вот так. В общем, вот главные мерила всего, это всегда некие практические составляющие там, где это все применяется, вернее, где это все разрешено, и где это могло бы реально принести серьезные преференции, то есть могло бы преимущество дать. Вот если оно реально преимущество дает, как некоторые считают, но не применяется, значит, забудьте сразу, не дает оно преимуществ никаких. Потому что его никто не применяет, потому что люди попробовали. Взять того же самого, как часто говорят, да как же в ММА нету каратистов, а Мачида, ну, во-первых, Мачида, скажем так, исключение, да. Во-вторых, я уже много раз сам говорил, что он дерется совсем не так. И если вы его бои понаблюдаете сейчас, и вообще, когда он стал действительно чемпионом и стал выигрывать, вы и не поймете, какому стилю карате принадлежит он и вообще каратист ли он как таковой. Я вот, например, бы даже больше бы сказал бы, что в манере каратека дерется Макгрегор. Понимаете? Вот. А когда приводят таких, как, а как же вот Джонсон Пьер, например, каратист? Ну, посмотрите, какой пояс у него по карате. Вообще никакой там, зеленый или какой-то там еще. Ребят, то, что человек когда-то начинал там в детском саду карате заниматься, еще не знаю, а и стал чемпионом по ММА, вовсе не говорит о том, что это каратист в ММА. Это просто человек, когда-то пробовавший заниматься карате. А если бы, например, там Евгений Кафельников стал бы сейчас ММА-сом заниматься и достиг бы каких-нибудь успехов там, вы бы сказали бы, о, это теннисист в ММА, он применяет техники тенниса в ММА. Ребят, вы что, совсем что ли с дуба рухнули? Нет, конечно. Вот. Все не так это выглядит-то. Ну так вот, Мачида. Он прекрасно знаком со техниками карате. Че он тогда не применяет эти блоки, все эти жесткие? Он до сих пор делает каты и все такое прочее. Можно найти много видеозаписей, и он это все дело делает. И проводит самки тренировки постоянно по традиционному карате Шатукан. Ну и что? Да. А во время поединков, где эти смертоносные блоки, которые там перерубают руки противника? Что-то я не видел вообще ни одного. Вот так вот, друзья. Да. Нету этого. Не работает это, понимаете? Не работает. Я не говорю, что это не работало. Это работало классно очень, когда дрались по-другому.
Понимаете, никак не можете понять многие, вот кто спорит постоянно из ортодоксов, что раньше по-другому дрались, и поэтому многие вещи по-другому работали. Били там одиночными техниками, пытались просто поразить, вот икинхисацию, концепция, поразить одним ударом. Почему? Нанести мощнейший сокрушительный удар. Люди обменивались одиночными ударами, ходили друг вокруг друга, потом делали молниеносный быстрый выпад. Да и еще не факт, что это молниеносный. Об этом трудно судить сейчас. Ну, допустим, что большие мастера были быстрее, чем их противники, и поэтому противники проигрывали. И удар был один, действительно сильный, который поставлен хорошо на макеваре и все такое прочее. Все. И на мечах было время, дрались так, что защищали сам доспехи. Понимаете, люди обменивались затяжными длинными ударами, суперлонгами мечами. Понимаете, вот такая была техника боя. То есть, если без доспехов бы это дело было, то современный фехтовальщик просто электродом со сварочным заколол бы такого рыцаря, который был бы без доспехов. Потому что скорости не те, техника не та, методы там атаки и дриблинг совсем другой, много финтов, обманных действий и так далее. Раньше так не дрались, понимаете, ребят, а вы все живете каким каменным веком. Раньше ружья через ствол заряжали, понимаете? Вот так вот было раньше. А сейчас автомат есть, рожок херак, и сразу куча выстрелов. Вот это вот ровно то же самое сравнение. Как бы кто-то не любил, что я часто привожу эти сравнения с оружием, оно 100% верное. Раньше старые караты – это пищаль, заряженная через ствол. Охеренные силы выстрел, потому что там черный дымный порох, охеренный крупный калибр, заряжается такое вот маленькое ядро. Если оно попало, то нахер там все. Там разобьет все, там все кишки вылетят через жопу. И в живот ударит, если. То есть даже если не пробьет, то душу выпьет. Голову просто расколет, как орех, только брызги полетят в разные стороны. Но оно вот как бы такое. Оно было косое, кривое, потому что нарезного ничего не было. Стреляло мимо, заряжать долго, целиться долго, чтобы выстрелить, надо было там поджечь там фитиль сначала, потом то есть все. И современное там оружие, которое в изготовку приводится молниеносно и стреляет очередями. Вот в этом вся разница сейчас. Вот точно так же это выглядит. И по мощи оно не уступает как бы ничем, да, потому что там автомат спрошивает запросто насквозь железный любой доспех, потому что там оружие нарезное, понимаете? Все вот так работает сейчас. Все, друзья, знаете, куда я ехал сейчас? А приехал я на тренировку по боксу. Да-да, вы не ослышались. Я еду на тренировку по боксу в боксерский зал. Вот так вот. Не по ММА, не по карате, а именно по боксу. Пожелайте мне удачи. Я приехал. С удовольствием посмотрю ваши комментарии, отвечу на них. Друзья, давайте общаться. Если у вас иное мнение, давайте спорить, но только по существу. А не крыть друг друга херами. Все, всем удачи, пока.